Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого. Продолжаем на уровне сложности божество знакомиться с дополнением Gathering Storm Sid Meier's Civilization 6. Играем за турок. Вообще, у меня такое ощущение, знаете, очень-очень сейчас дежавю, как будто я в пятерку играю, вот словился на мысли, потому что, во-первых, турки очень внешне похожи, а во-вторых, вот еще инки здесь. По цвету. Да и на самом деле ацтеки. Тоже как в пятерке. Если бы еще скифы были по цвету как гуны, я бы вообще тут, наверное, дежавю за дежавей ловил. Ну, ладно, мы нападаем на скифов. Идет тяжело, прямо скажем, потому что у них... Они постоянно новые юниты строят. Да ё-моё. Ну, это нормально вообще вот это... Движение такое. Так, значит, этот парень тут врывается. Давайте пробовать. Всего 9 урон. Ну вообще, если я апну сейчас... Блин, так надо апнуть в эти... В арбалеты, и тогда будет нормально город. Я совершенно забыл про эту хрень, блин. Город стреляет с такой силой, какая сила у вас стреляющих юнитов максимальная. Поэтому я вот сейчас просто... То есть считайте, что я стрелял сейчас пращником, грубо говоря, по этой фигне. Да, вот здесь я много потерял. Так, буря в конце прошлой серии началась. Магнус в бурсе у нас. Тут надо зал приемов достраивать. И вообще я профукиваю золотой век. Пока не могу апнуть еще в рыцарей. Мое. Уж не хватает железа. Давайте в банковское дело. Большой базар. Что он дает? Уникальная постройка Османской империи накапливает одну дополнительную... О! То есть быстрее накапливаются ресурсы. Еще и одну единицу довольства за каждый редкий ресурс. Отлично. Давайте банковское дело откроем. Остальное, что мне... Акведук требуется. Форма управления с 6 ячейками. Университеты. Оружейная. Две гавани. Ну вот, может в гавани пойти заодно. Хотя... Ну, вообще верфи нам еще нужны. Лесопилка как раз требуется. Для этого нужны рабочие. Так. Эти ребята у нас в мечников, да? Апгрейдятся. И, в общем, мне эти ресурсы нету смысла копить. Мне там уже читал в комментариях, написали, что... Смысл их хранить, если я ими не пользуюсь. Я не пользуюсь лошадьми. Я думаю, что надо продать лошадей. А, у этого денег нет. Хорошо, а у грузин? У кого есть деньги? У Александра нету денег. У Грузии. Блин, да чё ж ни у кого нету денег-то? Но у этого парня и так лошадей дофига. А у кого нету лошадей? Или лошади есть у всех? Вот у этой мало лошадей. Ну вот предположим. Если я 25. А, только 16. Видите, я не могу больше. Так, 7 золота в ход. На 30 ходов. 210. Ну, почему нет? Давайте примем. Так, у кого еще нету лошадей? У этого 15. Вот, давайте ему предложим. То есть максимум я могу ему 10 предложить. Вот, например, я предложу 13, но видите, максимум 10. 12. 4 вход, опять. Нет, 4. Ладно, приму. Нормально. Нормально. Вот интересно, сколько мне сейчас тут рыцарей. Ну, тут я... Вот тут меня волнует. Я боюсь, что сейчас одного из этих... Знаете, что отступлю. Это не зазорно. Я просто не хочу, чтобы меня убивали мои коляски, которые я собираюсь апать в рыцарей. Вот этого рыцаря могут... Тоже давайте отступим. Вот так. Теперь я не думаю, что ему хватит сил. Вот этот меня рыцарь беспокоит.
И вот этот. Ну, к этому не подобраться, с одной стороны. Ну, правда, покровка обстреливать может. Так, смотрим, что будет. Никто не умер. Отлично. И мы можем наконец-то катапультой обстрелять покровку. Сейчас посмотрим, сколько нанесется урона. Ну, не то чтобы много. Ну вот, смотрите, сколько теперь урфа. Было 9, да? О, 24. Вот это я понимаю. Это я понимаю. Так, может мечником? А, может добить этими ребятами. Так. Здесь стреляем. Прокачиваемся. Так, кто у нас еще получил? Этот рыцарь получил прокачку. Так, подходим к городу. Так, этим рыцарем вот тут вылечимся. Разграбив. Этим сюда. Этим сюда. Лечимся. Этим. Так. Так. Тут лечимся. Опа, а кто мне тут? Интересно, это... Это мне скифы разграбили или от бури было? От бури. Одно население... А, вот буря сюда переместилась. У-у-у. Фига себе. Что началось? Так. Давайте... Апнемся. Я, конечно, могу убить этого всадника, но тогда коляска умрет. Торговый путь из Эдерне в Карфаген, в Теночтитлан. Чуть Теночтитлан так мало денег дает. Вообще, все больше всего мне в Маскат стоит отправлять, судя по всему. Как-то... Города, и вот плюс 5. Что значит плюс 5? Что вот эти вот значения означают? Бонусы от клеток воды, железной дороги, каналов, горных тоннелей, торговых постов, через которые проходит этот путь. Но у меня Маскат самый выгодный. Получается, на деньги. Если так посмотреть. Так, ну я тут встану. Не буду грабить. Мне бы, конечно, лошадей вот этих разграбить. Но это следующим ходом, иначе я потеряю бонус. Ну, то есть, если не сильно мне убьют этого рыцаря, то я сюда встану и попробую разграбить лошадей. Иначе я бонус атаки с фланга потеряю. Так, этого рыцаря сюда лечить. Коляска лечится. Здесь исследуем Финикию, что мне постоянно хочется Карфагеном называть. Неужто нормально? О, Рим. Слушайте, из новых наций все еще только инки и... Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Ну, восемь встречено, всего девять, еще где-то девять, да? И из новых только две. То есть из оставшихся девяти, семь это новые. Я из новых... А, нет, вру. Из новых я три встретил все-таки. Дидону, Мали и инков. Значит, меньше. Так, плюс одна к эпохе. Еще, блин, 10 ходов до следующей эпохи осталось. Ай-яй-яй. Опять в темный век, что ли, падать? Так, неохота.
Блин, может лучше катапульту здесь построить еще? Как-то слабовато у меня с катапультами. Прямо скажем. Наконец-то доплыли. Галера сюда доплыла. У Карфагена уже каравеллы. Да, по науке я, конечно, конкретно отстаю так. А по культуре, ну... По культуре... Не так критично. Сейчас я вот выйду в дипломатическую службу, но все равно. И смысл мне дипломатическую службу, с другой стороны, вот брать эту карточку, если я не могу ничего пока отправить. Может, сейчас я более... Ну, блин, у Ацтека лучшие города, по-моему, я открыл. Теночтитлан 17 жителей, однако... Вменяемую... Да, давайте примем посольство. Однако вменяемых бонусов при отправке туда каравана я что-то не вижу. Ну, это Александру нравится, что я воюю с тем, кто сильнее меня. Так, ну что тут? Стоим, стоим, держимся. Отлично, отлично, все выжили. Я напоминаю, что если скиф убивает юнит, то его юнит лечится при этом. Поэтому мне надо... From the height of these pyramids, 40 centuries look down. Пирамиды. Это у нас на... A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday, but never... Ну, я пока не буду тут ничего ставить. Промышленные зоны. Пока не ставлю ничего. Шпионов бы построить, конечно. Так, рабочего, рабочего. Массовое производство. Хоть какое-то производство сделаю на этих клетках. Тут совсем грусть, печаль. Так, ну что, убьем? Почти. Ну, этим-то я убью. Сейчас подъедем. Так, есть рыцари. Умерли. Тут лечимся, тут лечимся. Ну, можно подойти, в принципе. Станем в защиту. Так, что на этом фронте? Берем. Вообще, у нас еще катапульты же имеют бонус против... районов, по идее. Да, вон там плюс 5 от способности большая турецкая бомбарда. Отлично. Так, мне тут рыцарей мочат. Надо отступать. Так, добиваем лошадь. Да, к сожалению, не могу тут лошадь разграбить. Ну, эти ребята, наверное, кстати, а что они требуют, железа или лошадей? Вот эти. А не лошадей требует летучий отряд. Вот в отличие от рыцарей. Рыцари требуют железа, а летучий отряд – лошадей. Это интересно. Ну, то есть... Блин, он реально идет на тот остров ставить город. Вот это уникальный район. Финикии. Да. Так и есть. Этот Катон. А, кстати, он тут в русском переведен. Катон, да. Так и называется. Так, тут апнемся. Будем отступать. Давайте, наверное, отступим. Вот этого рыцаря сюда поставим. Этого сюда. Этот пускай стоит через реку. Какая такую? Так. Арбалет надо подвести. Где-то тут еще у меня был. А где еще пращник? А, ну да, тут они все гуляют. Недостаточно жилья. Равно пускай растет. Буря утихает. Ну, слава богу.
То есть периодически из этих пустынь, так понимаю, будут бури налетать. Пока в защите стоим. Может, что-то можно потребовать со скифов. А скоро у меня вообще генерал вот решил посмотреть и увидел, что только 4 цивилизации вообще построили только по одному району. Я не знаю, вот это, правда, может, 2 района или здание в районе. Блин, всего лишь по одному району построено военному. Я думаю, как бы мне генерала получить. Так, давайте морскую традицию все-таки откроем. И на пару ходов поставим эту карточку. На бонусы от гавани, то есть это нормально науки добавит мне, хоть у меня всего 3 гавани тут. Но тем не менее. И послов я пока не буду никуда отправить, что тут хотят. Вдохновения для теологии нет, великого торговца может быть, создать кампус может быть, проложить торговый путь в Окленд точно нет. Слишком далеко. О, а это кто? Это Рим теперь так? Фигу цвета у Рима. У-у-у, что-то за веселенькие желтенькие ребята. Не, ну это... Ну зря, вот у Рима они зря изменили цвет. Я так считаю. Давайте открытые границы попросим. Ну не знаю, вот оно подсвечивается. Ну, видимо, все-таки это означает, что он не даст денег, если я буду просить. Я так понимаю. Дуракортурум. Дуракортурум, блин. Так, и рынок. Да. Финикия, конечно, сюда. Ну ладно, отдадим мне это место. Если мы скифов захватим, то смысл мне в том месте вообще никакого тогда. Так, один ход до зала приемов, и у меня города начнут нормально расти. Ифраху маи, я аздыка, лианнана ахрару... Не знаю, по поводу чего, но ему что-то нравится явно. Ему явно что-то нравится. Так, он хочет шелк за мои 30 влияний. Я пока отклоню. У меня со счастьем, по-моему, все хорошо. Да и ладно. Ну как же он туда пробрался? Ну, ну явно вот ощущение, что ум юнитом улучшили искусственному интеллекту. Ну то есть, ну смотрите. Действие прям. Both a tradition and a future. Так, давайте здесь. Так, сначала что-нибудь апнем. Какие у меня тут юниты-то остались? Вот, например. Этого апнем. Тут я могу пострелять только по конику, да? Так. Куда этот застрельщик делал? Летучий отряд, неужели убился об меня где-то? Так, теперь этим. Блин, ну почему? А, тут холм. Ну, все равно меня управление раздражает дико. Так. Теперь обстреливаем покровку. Дальше. Тут, пожалуй, дальнобойных атак берем. Тут подходим к этому парню. А чё у меня так медленно катапульта лечится? Ладно, подведу катапульту. Да, тяжеловато, тяжело. Ну, это скифы, у которых
Просто очень много кавалерии постоянно. Она мне что-нибудь не хочет? Что-нибудь договориться, например? А, еще два хода. Что у нас по армии? 825-630. Ну, я ей все-таки больше армию разбиваю, чем она мне. Блин, вот это надо убивать. Конечно. И никак. Блин. Потому что они могут покровкой вот этого рыцаря пытаться мне... Хотя я не думаю, что они могут убить. Этот через речку будет атаковать. Не думаю. Так. Юниты мы апнули. Может еще этого апнуть, правда? Ну, то есть хочу карточку убрать. А, ну да, тут железо требуется. И на территории союзников я, конечно, ничего апать не могу. О, слушайте, выжил. Выжил курилка-то. А я думал, все уже. Скауту. Да, на дружественный, написано на дружественный. А давайте мы с Александром дружбу попробуем. Ну-ка, и теперь как? Все равно. То есть это не считается дружественной территорией. Ясно. О, Гал, привет, Сангай. А цветами, кстати, Марокко напоминает, да? Ну, вот этот точно. Вот если бы тут не стоял долбанный лучник финикийский, я бы апнулся здесь. Айнук, Карфаген, Акка, Тир, Лентис Магна. Лептис Магна. Ну, это типично, кстати, римское название. А не финикийское. Второй континент. Как ты быстро до второго континента добрался? Даже не умея по океану плавать. Так, тяжелая колесница пока стоит, лечится. Здесь... Кофе обработаем. И дальше пойдем. Ну и снова торговую республику. 4 торговых пути надо. Значит, один надо купить. Какие у нас доступны вообще? Так, 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 так. Во, в Тир 16 аж. О, в Акку. Вот где оказывается у нас самое это. Хорошо, а Кацте... А вот Кацтеку почему-то очень мало. Тут зато культуры дофига. С другой стороны. Но мне сейчас деньги нужны. Больше. Тут еще и наука. Давайте из... Трабзона в Тир отправим. Значит, здесь мы купим. Да, строителя, кстати, мы купим здесь за веру. Здесь мы купим караванчик. Как нету больше доступных? Я где-то строю, что? А, вон в Анкаре. А, значит, в Анкаре я строю, значит. Надо поставить карточку все-таки. Уберем пока влияние. Поставим торговые пути. А здесь поставим бонус от соседства гавани. Вот видите, еще 7 науки сверху получил. Но это все закончится, когда закончится золотой век. К сожалению. Да, надо черепах обрабатывать. Ну, сейчас появится у меня этот рабочий. Пойду черепах обрабатывать. Да, тяжело тут. Со скифами. Мон-Сен-Мишель. С радостью приветствуем делегацию инков. Надо бы дружбу со всеми объявлять, на самом деле.
Ацтек дает апельсины. Подожди, а может ты вот так сделаешь, как тебе? 7 золота. Во, такое мне больше нравится. О, и убили мне катапульту. Блин, это... I saw a bank. It's a 24-hour banking. Каменоломный путь два хода. Так, пойдем-ка починим. Так, подождите, надо подумать, куда. Не, ну очень тяжело. Даже несмотря на все мои бонусы, там плюс 5. Очень тяжело. А вот, кстати, берберские пираты. Уникальный морской юнит. Турок. Давайте смотреть. Видите, как тяжелое поражение. Правда, он-то будет через реку атаковать. С другой стороны, он может сюда встать, вот поменяться местами с лучниками и убить мне все нафиг. Убьем тут лошадь. Убьем тут этого. Летучий отряд. Блин, надо было, наверное, на Солоху нападать. Что-то мне подсказывает. Как вы думаете? Ну, очень тут прям... Прям боль какая-то у меня. С покровкой. Ну, у него очень много этих, блин, юнитов просто. Я не знаю, у него... Кавалерии. Я тут страдаю. Всячески. Блин, ну пойти на Солоху переброситься. Я не могу еще, да, мир? Заключать один ход. Блин, вот это и вот это разрушено из-за бури. Так, из Анкары. Блин, так больше денег же было. Что за подставы такие? Значит, там 22 было. А, ну вот, да. Просто не из этого города, видимо. Надо... Ну, на 16, ладно, давайте в Трир. Отправим пока. И средневековые ярмарки ускорены. А где-то тут зулусы еще должны быть. Библ. Ну, тут Библию напишут. А, 740-й нашей эры уже написали. Pensi ad Svengutz alla cour d'Arienu, duchessa d'Aquitania, reina consort de Francia e d'Inglaterra. Ciò c'hai rets d'amour. Блин, на каком языке? На каком языке она сейчас говорила? То есть, по идее, это, наверное, на французском, но ощущение было сначала на немецком, потом... Ну, прикольно, здесь, конечно, проработано. Это проработано. Так разговаривают. Все эти лидеры. Так, Александр, не хочешь ли ты напасть на скифа случайно? Или тут нельзя никак попросить? 39 золота вход. Он хочет. Хорошо, а этот парень? Нет, он не согласится, это вообще неприемлемое предложение. 39 золота вход, ну, наверное, оно того стоит, мне кажется. Сколько у Александра вообще армии?
Хачикутек там рвет демографию в науке. У Александра 567, но у него будут гипосписты. И эти гитайры очень-очень хорошие юниты. Но мне нужна помощь. Ладно, давайте договариваться. Давайте, наверное, с ним военный союз заключим. $39 вход. А если я ему дам мировое влияние какое-то? Например, 30-царик. $21 вход. Так. Ну, давайте так. Отлично. То есть я сейчас имею против... Ну, конечно, когда я уже 7 юнитами походил, тогда я Мисклик. Вот просто... Такое дебильное управление, у меня просто нету слов. Но это мухана рыцарю. Блин. Блин, средневековые ярмарки. Так. И вот здесь можно попробовать к военному кризису. А, так я уже могу внести? Или давайте гуманитарную помощь. Или я могу и то внести. Ой, я и то могу внести. На следующем ходу. Чем начнется на следующем ходу, смотрите. Ну давайте попробуем. Исследуем возможности мирового конгресса, почему нет. Так, 5 единиц. Странно, у меня 5 единиц железа. Написано недостаточный ресурс. А, еще 5. Слушайте, какая-то странная штука. До этого тратились 10, тут надо как-то разобраться с железом. То есть тратилось же 5 железа, теперь тратится 10. Что-то я не пойму. Как оно тут работает? Так, какой день ходит? Блин, ну вряд ли этого рыцаря убьют, но... Тут скорее где-то тут будут атаковать. Или этого убьют, зато тут какой-то спасется. Да, видите, могу до арбалетчика апаться. Но у меня... Доперло. Слушайте, так это вообще тогда серьезная карточка становится. То есть эта карточка 50% стоит, она и на ресурсы действует. Фига себе, я думал только на... Но вот это зря. То, что она на ресурсы действует, но это просто тогда получается must have. То есть эта карточка, без этой карточки апгрейдить, это проигрыш. Тотальный. Это получается наемники вообще обязательно к выходу. Ну, это зря. Это зря. Я бы эту карточку чисто на деньги сделал. Не знаю, как-то. Слишком круто, что она и на ресурсы. То есть вот мне почему сейчас требуется 10 железа, а не 5 железа. Потому что у меня карточка там стояла. Тогда и требовалось 5. А без карточки 10? Да. Какой удар. Так, каравелла, книгопечатание. Давайте, наверное, выйдем в книгопечатание. Я, конечно, не буду открывать, не буду строить универы, но зато, может, против Тамирис еще плюс 3 буду к силе иметь. Что надо выйти. Катапульта уничтожена. И встретился с Францией под управлением Алиеноры Аквитанской. Ну давайте еще города проверим. Тут можно... А, я же зал приемов построил. Так, здесь пока нет. Здесь можно расти.
Здесь, ну, вообще даже нужно расти. Пока ставим производство. 17 ходов Петра строится. Ну, что ты будешь делать? Так, мы куда-то еще ждем прибытия. Нет, у нас есть... Давайте Ибрагима. Может, Виктора пересадить в Эдирне, а Ибрагима в Урфу посадить, чтобы производство всех военных юнитов увеличилось на 20%. Более Виктор и Ибрагим быстро переместятся, а Лян тогда посадим в Анкару. Да, наверное, так и сделаем. Лян в Анкару. Ибрагима в Урфу. Виктора в Эдирне, в Адрианополь. Так. Ну что, какого мне рыцаря убьют? Делайте ставки. Или этого, или этого. Но я надеюсь, что сейчас скиф... Ну, скорее всего, этого. То скиф сейчас хотя бы отведет какие-то юниты в сторону Александра. Да. Я оказался прав. Хотя вот это... Блин, ну смотри, вот... Блин, вы понимаете, вот он строит одного, и у него еще один появляется в городах. Видите, вот это... Glisters is not gold. Ужас просто. Often have you heard that told. Так, ну, я тут ничего пока не буду ставить. Что, еще одного могу? Ну, давайте... Уже города, возможно, значение в город государства. Амокша, религиозное влияние. Или повысить кого-нибудь. Может, Ибрагима повысить? У него какие варианты? Все дружественные юниты получают плюс 5 к боевой мощи. Все юниты в пределах 10 клеток оцен. При атаке из... О! Во! В Урфу. И тут будут катапульты, очень офигительно тогда атаковать Покровку. Так, надо убивать. Вот это я зря сделал. Хотя... Я, в принципе, пройду тут. Так. Этого обстреливаем. Здесь этого обстреливаем. Чиним. Ну что, поставить карточку тогда, видимо, убрать содержание, поставить скидку на стоимость улучшения. По деньгам не сильно это влияет. А вот стоимость улучшений – это важная штука. Давайте так выведем, апнем. Катапульту сюда спрячем. О, можно попробовать лошадей этих разграбить. Потеряем рыцаря, но зато чувак меньше будет получать. Так, здесь надо вот этого парня убивать. Так. Ну вот тут есть проблемка. О, умирает? Что-то иногда они то сильные, то вообще как-то... Нет, не умер. Ну, не должны мне этого убить, по идее, рыцаря. Так, дальше что? Я бы, наверное, мечником убил эту лошадь. Дальше... Железо. Обработали камень. Тут у нас нету холмов. Надо строить лесопилку.
Так, колесница следующим ходом будет апгрейдиться. У меня еще две колесницы осталось, в общем-то. Да? Не апнутые. Да, две колесницы. Надо катапульты строить. Это, считайте, уникальная способность моего... моей нации. Я как-то не использую. Ну, в смысле, что фасадные юниты и урон больше наносят, и строятся быстрее. Мне бы в бомбарды, наверное, выйти. Что для бомбардов? Акведук? Тут оружие. Давайте мы в бомб... Нет, давайте сначала книгопечатание, а потом бомбарды пойдем. Вот так. И надо мне одного еще арбалетчика проапгрейдить. Вот тут. Вот и 55 золота. Литье ускорим. Так. А янычары мои где? Вот. Нет, кирасир. А где янычары? А, так они в порохе как раз и... Слушайте, так мне надо дуболомов построить. В том, которые будут апаться в янычар. Тоже ж мой уникальный юнит. Я его как-то подзабыл. Так, Кардив. О, новая ГГшка. Давайте смотреть, что дает. Города получают плюс 2 единицы энергии за каждое здание в гавани. Хм. Ну, это непонятно пока, как работает. Так. Спотканье przez Бога благословенное. Pewnam tego. Jam Jadwiga. Król Polski. Król. Król. Królik Polski встретился нам. Król Polski. Обменяемся столицами. Тут у нас, короче, по побережью Рим, Инки и Грузия. Очень историчненько. Все. Я так себе представлял примерно. Au nom du peuple canadien, bienvenue. Je suis le premier ministre Laurier. А вот и канадцы. Надо посмотреть, как они там в хоккей играют. Так, засуха это не у нас. Недостаточно жилья. Нормально. Конгресс скоро соберется. 5 ходов. Может все-таки... А, так я уже попросил. Подождите, я же прошлым ходом был написано, что тогда... Странно. Было же написано, что следующим ходом вы типа... Хм. На что я потратил столько влияния, спрашивается. Так, давайте катапульты строить. Тут уже строится одна. Да, но я боюсь, что опять сейчас каких-то юнитов... Надо было на Солоху нападать. Тут очень тяжелая такая. Но с другой стороны, мы тоже тяжело. Вот видите, вот эта вода. Я надеюсь, там... Давайте посмотрим, чем там грек занимается. Он пошел вообще хоть как-то нападать на скифу, на скифию или нет? Скифы воюют с Александром тоже, да? Да. Претензии к нам 32. Что это вообще значит? Вот мне бы эти претензии, как их использовать? А, я хотел посмотреть у Финикии по поводу грека... Финикии, вот. Греко-карфагенец стремится основывать города на побережье, симпатизирует тем, кто заселяет внутренние регионы, не любит тех, у кого много городов на побережье. Ну, например, как у меня. И защитник великих людей. Ну вот... Есть претензии к другим игрокам. Странно, как бы. Нормально ко мне относится, потому что я союзник. Ну ладно, на этом я эту серию завершу, пожалуй. Нет, мне апельсины не нужны. Я же и так торгую с ацтеком апельсинами. Как всегда, не забывайте в комментариях писать, что показать вам еще, какие особенности. Ну и то, что я не заметил. Конечно же. Нет, что-то тут у него... Пожелания очень большие в Македонии теократия. Да ладно, убил все-таки. Но это... Что-то как-то странно.
Так. Не-не-не. Мне железо. Хотя она мне... Этот порох предлагала, но железо мне нужно самому. О, а вот и внеочередная сессия. Так. Значит, у меня только 20 очков. В принципе... Отправка золота обсуждаемой державе. Давайте. Вот за это я проголошу. Не за это кто-то будет против. Я со всеми в хороших отношениях. Ладно, могут против Тамирис проголосовать. Но здесь... Странно. 20 влияний. То есть я... А! Видите, каждое предложение использует то влияние, которое у вас есть. Не вместе, а по отдельности. То есть, если вот всего 20 влияний, то вы здесь можете 20 влияний, и тут 20 влияний использовать. Отлично, ну смотрим результат. Итак. Отлично, гуманитарная помощь принята, а вот против Тамирис нет. Против Алиенора выступила... Мали? Александр против? Ну, вы даете. Но зато гуманитарная помощь прикольная. И что сейчас будет? Против был, правда, Мали тоже против. Ну, слушай, какой-то он не очень парень. Итак, активные эффекты. Отправка золота. Ну вот, и а сколько будет золота-то? Или это каждый ход они там сами определяют? О! Одно очко дипломатической победы, кто больше всех отправит. Забавно. Хм. А где тут вообще? Давайте на победы посмотрим. Вот, дипломатия. 10 очков надо набрать. То есть, тот, кто сейчас мне больше всего помощи пришел, получит одно очко, то есть, 1/10 дипломатической победы. О, интересненько. Ну все, на этом я пока эту серию завершаю. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!